Итак, все, господа. Надо отвечать. Господин Рудер, прошу, кто отвечает? Ну, пусть ответит Никита Баринов. Никита Баринов. Итак, что в большом ящике, что в маленьком? Мы предполагаем, что и там пазл, но в одном он закончен, в другом нет. И поэтому, пазл? Да, вот там вот, где деревня еще не появилась, вот, видимо, она там еще не закончена, нет полной картинки. Ваш ответ понятен. О, Мария подошла. Давайте, вставайте уже втроем, будет семья Бойцовых, тем более, что... Вы этот вопрос придумали в итоге? Придумал вопрос мой супруг. А вы отправили? А я отправила, и моя идея была направить на что, где, когда этот вопрос. Итак, внимание, правильный ответ. Господин Барев, в маленьком черном ящике есть деревня. Не-не-не! Закрой! Быстро закрой! Подожди! Михаил, ты что? Я же тебе скажу, открой маленький черный ящик. Мы с тобой договорились. Господин Барин, в маленьком черном ящике деревня старая. А в большом деревни пока нет. Но скоро будет, господин Баринов, Олимпийская. Но зато есть Китай-город. Гостиный двор, Октябрьское поле. Черная речка, чистые пруды. Крестовский остров, Воробьевы горы. Откроем, господин Фионов, вам надо было помогать по питерской части. Откроем маленький черный ящик, там схема метро. Спасибо, Михаил. Санкт-Петербурга, а в большом схема метро Москвы. Побольше. Семья Бойцовых приносит победу телезрителям. 6-5. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. После трех поражений подряд в финалах 2010, 2011, 2012 годов телезрители наконец одержали победу над знатоками в решающей игре. Господин Рудер, ну я хочу поблагодарить вашу команду. Мне кажется, что вы в финале показали достойную игру. Вы молодцы. И в принципе, если вы проанализируете игру, вы вполне могли сегодня и победить. Призовой фонд будет разделен на 6 частей. Таким образом, давайте посмотрим, по 462 446 рублей получат Юлия Милова из Бергена, вопрос о комиксах. Ольга Гудкова из Стерлитамака, вопрос об игре. Марина Воробей из Полоцка, вопрос о кофе. Игорь Янович из Гомеля, вопрос о земном шаре. Антон Агеев из Москвы, вопрос о супермаркете. И, наконец, семья Бойцовых за вопрос о схемах метро.